Опыт полевых учений показал, что в условиях глубокого боя необходимо также учитывать возможность передачи приказов с помощью радиосвязи. Эта область пока еще недостаточно нами разработана, а между тем, по моему глубокому убеждению, за ней большое будущее. Окончательные выводы об изменениях в полевом уставе комиссия будет готова предоставить уже через месяц. Я благодарю вас за внимание. Военно-стратегическая штабная игра преследовала цель проверить план прикрытия и действий войск в начальном периоде войны. В основу обстановки были взяты предполагаемые события, которые в случае нападения Германии на Советский Союз могли развернуться на западной границе. Состав фронтов: западные — синие 60 дивизий, восточные — красные 50 дивизий. За синюю, западную, играл генерал армии Жуков. За восточную, красную, генерал-полковник Павлов. Синие нанесли мощные удары своими флангами: правым на Брест-Бобруйск и левым на Вильнюс и Минск. В результате возникла драматическая ситуация, связанная с угрозой полного окружения и разгрома восточных и взятия Минска. Причины успеха синих: внезапность, правильный выбор направлении главного удара и умелое использование численного превосходства. Все же я думаю, что вы слишком переоцениваете военную угрозу со стороны Германии. Думаю, что войны не будет. Хотя, как справедливо заметил товарищ Тухачевский, я не военный.
Hören Sie zu, Katja. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Noch irgendwelche Fragen? Nein, Mansur. Gut. Also dann, gute Reise.